Добрый день. Попалась мне на глаза вот наша универсальная площадка, очередной вариант ее исполнения. Поэтому решил как раз рассказать про наши площадки для лебедок, для моторгайдов. Итак, вот это у нас широкая площадка, она как раз уже смонтирована на лодке. Здесь у нас получается стоит лебедка, стоит роульс, стоит две фары и сигнал. Вот так это выглядит. Площадка на пятаках. Площадка универсальная, может использоваться под разные задачи. Сейчас в торговом зале я более подробно расскажу, как и что на нее можно монтировать. Здесь же просто хотелось показать, как она стоит именно уже в готовом проекте. И здесь у нас, как всегда, все в гофр заложено и уходит на пульт управления. Рома, давай посигналька. Ух ты, так, а свет? Угу, все, выключай. Все. Вот мы в нашем торговом зале, который ломится от лодок. Вот я две площадки поставил, чтобы про них рассказать. Вот первая, это вот первая наша универсальная основная площадка. Изготавливаем мы ее давно, по-моему, даже я про нее уже видео снимал, не помню я. Сюда ставится, как можно ставить, как лебедку с роульсом, также сюда можно ставить и моторгайды или другие электромоторы. Изначально она для них и делалась. Тут даже вот есть отверстие именно для монтажа электромоторов. Также у нас есть вот быстросъемная площадка. Эта площадка у нас Cipro, она полная копия площадки Меркури моторгайд. Вот монтируется площадка, и уже к этой площадке монтируется электромотор для того, чтобы его было быстро снимать. Его можно открутить, допустим, если у вас там лодка разборная, или вы не хотите, чтобы у вас где-то на лодочной это все стояло. Откручивается вот этот слайдер, открутили. Ну, тут было раньше, вот можно было замочек ставить, да, я уж не стал рассказывать, открутили. Вот площадка снимается, одна часть. Эта часть остается у нас с электромотором, мы ее домой уносим. А эта часть, она всегда прикручена к площадке. Ну, если требуется, конечно. Если не требуется, то можно напрямую к этой площадке крепить лебедку или электромотор. Площадка мощная. У нас получается здесь 4 пятака вклеивается. И на кормовой части тоже вклеивается 3 пятака. Далее, если мы ставим здесь лебедку, то вот эти вот у нас плоскости свободные, кто под что занимает, кто-то наступает сюда, потому что здесь удобно ходить, можно наклеить низкользяшку. Кто-то здесь вяжет швартовочные утки, на них наматывает фал, ну, то есть для того, чтобы лодку к берегу привязывать. Тут уже, так сказать, любые фантазии. Вот в сервисе я как раз и снял одно из исполнений именно такой площадки. Если бывает, что вот такие эти пятаки мешают, да, и если нагрузка небольшая на площадку, то можно какие-то пятаки или снять, или просто их подрезать, чтобы они, допустим, не мешали. За счет того, что вот эти у нас пятаки у нас шарнирные, эта площадка подходит для носовой части ПВХ лодок большинства моделей. То есть разные диаметры баллонов эта площадка подходит. Вот ставим. И, ну, достаточно недавно мы стали выпускать вторую разновидность этой площадки. Это уменьшенная площадка, она только для электролебедок. Маленькая, компактная. Чем они хороши еще, что легко очень монтируются, каждый может сам вклеить эти пятаки, то есть купить у нас, допустим, площадку, там электролебедку и дома спокойно все это вклеить. Если требуется разбирать и убирать площадку для того, чтобы сложить лодку, то можно или вот болты откручивать, или можно сюда ставить быстросъемы. Есть такие штифты с фиксацией. Бывает, что сюда ставятся и штифты. Тогда вообще отщелкнул, площадку снял,
остаются приклеены только пятаки, и лодка спокойно сворачивается. Сейчас я поставлю лебедку, покажу, как это выглядит. Вот так монтируется лебедка. Можно ее монтировать немного со смещением. Мы специально сделали здесь такие поля, потому что катушка иногда стоит не по центру лебедки. Поэтому немножко смещаем. При укладке фал все равно будет укладываться ровно при натяге. И здесь отверстие для рольсов. Рольсы можно монтировать любые. Если отверстий не хватает, их всегда можно просверлить. Вот монтируется рольс. Это наш рольс для покатного якоря. Мы про него где-то отдельно рассказывали. Это для рыбалки на хариуса с плавом. И это вот родной рольс Стронжер. Он также вот сюда монтируется. И мы получаем вот такую лебедку. Наживил я рольс. Так вот выглядит конструкция. Можно рольс двигать ближе, дальше. Ну, лучше, конечно, немножко подальше, для того, чтобы якорь не бился при вертикальном подъеме или там какая-то раскачка будет. Вот такие две площадки. Основное преимущество какое? Универсальность. То есть ставятся любые лебедки, ставятся моторгайды, другие электромоторы. Легко монтируется в домашних условиях, можно дома ее вклеить. Легко разбирается, все это можно снять, упаковать лодку. Вот такие у нее отличительные особенности. Эти обе площадки по цене. Заходите к нам на сайт. У нас на сайте в разделе «Наше производство» эти обе площадки указаны. Поэтому можно посмотреть цену. Цены не называю, потому что цены сейчас меняются. Сегодня одна цена, завтра другая. Курс начал падать. Вдруг цена понизится на металл. Такого, конечно, у нас не бывает, но все же. Вот здесь получается у нас, видите, тоже тут два пятака упорных. А здесь сзади у нас три пятака. Если здесь будет такой элемент, что... Сейчас я переставлю, кстати, ее. Вот сюда ее поставим. Вот, ставим сюда. Кант вот этот не мешает. Можно клеить прям так. Если здесь бывает, что что-то мешает для монтажа, то пятаки можно подрезать немножко. Вот это вот сейчас она стоит на саларе. То есть любые лодки, салары, стриж, флагман, фрегат, англер, риф, все что угодно, на любые лодки все это монтируется. Также монтируется на рибы. Если у рыбы нету своей носовой площадочки, то можно смонтировать и на рыбы. Раз уж речь у нас про площадки, скажу пару слов про лебедки. В наличии весь ассортимент лебедок. Есть и для ПВХ лодок, есть и для жестких корпусов, есть и без крышек. То есть это лебедка для скрытого монтажа. Пока в наличии. Рольсом вот разные рольсы у нас есть на любой вкус, и покатуха, и не покатуха, и в том числе и вот рольсы есть родные Стронжер, поэтому приходите, выбирайте. Такой вот небольшой обзор. Не забывайте подписываться на наши каналы, много что у нас интересного будет еще в дальнейшем. Всем спасибо за внимание.